to some of the best ballers in NBA history. Стратегия для детей баскетбола. Сезон в самом разгаре, мы продолжаем играть с вами. Посмотрим, что из этого выйдет. Сегодня мы играем в гостях. Поиграем немножко позже, опять рано. Обычно рано. Рассказывайте, как ваш дела, как настроение. Уф, какая трёсочка. Правда, это было, скорее всего, 2 очка. Controlling the glass with the grab and pass. Магреди, Магреди. Blocked again. Сад Магреди. Rebound beast. With the roll and drops it in the hole. Кстати, когда начал сезон играть, я понял, что я не хреново данкую иногда. Данчик. The defense is really controlling the pace here. Oh, the super speed pick. Run like the wind. Не, ну все-таки этот баскетбол классный. Мне больше нравится, чем фристайл. Он какой-то, знаете, более интенсивный, что ли. И более плавный. Такие легкие 2 очка, да? Так, ну-ка, Хейвард, давай покажи. Кстати, я когда играл в простые игры, у меня Хейвард почти ничего не забывал. Красавчик. У меня Хьюберт почти ничего не забывал. Когда начал сезон, он внезапно начал забивать у меня. Оказывается, он умеет забивать. Что случилось? Кажется, я нажал не на ту кнопку. Вот что случилось. Правильно, видите, больше на финт. Ну, кстати, смотрите, как здесь финт работает. Я нажимаю на D, да? И он делает финт. А в нам более известной игре про фристайл. Там короче, в ту игру я вечно поиграю в одну игру, я начинаю играть в это и кнопки путаю. Нормально. Ну, короче, там, когда показываешь финт, то он не финт делает, он почему-то начинает атаковать. Возможно, я просто не ту кнопку нажимаю. Какая равная игра у нас сегодня, осталась ровно минута. Какой бросочек. Зелененький бросок будет, кстати. Там что, время кончалось? А еще здесь практически нет времени. Ну, то есть время постоянно кончается. Ой-ой, он же забьет. Ой-ой. Мы проиграем подбор. Значит, кто будет играть, я что ли? Пас. Бегаем в отрыв. Ой-ой-ой, смотрите, какой отрыв. Я думал, донканет. И не донканул. Макреди, давай, Макреди, как с этим? Да, я об этом сказал. Вытащи игру, забей. Это сколько там? 15 очков за 2 минуты. Блин, я финтуль показал. Кари, красавец. Блин, мне так нравится, как они сделали. Почему не? Сделали бы такой же баскетбол. Сделали бы такой же баскетбол, только 5 на 5. Хотя машину сделали. The defense is all over them. Красавец. Блин, что сделал этот? Он сломал эти. Defense is slowing the drive. Короче, он уронил чувака. You thought you were gonna make that? Парни сопротивляются, но осталось 16 секунд всего. He cannot get past his defender. Сосать. Орландо молодцы, но кажется, сегодня они проиграли. Угу. Может, нет. Кстати, ни одного блока не вышло. Ни одного. Я был близок. Все, время победы. Ух. Горячая, опасная победа. Мы старались. Вот как-то так. Увидимся в следующей серии.